Сегодня приготовим очень вкусный, насыщенный красный борщ за максимально минимальное время. Сохраняй рецепт, готовь по нему и проводи больше времени с любимой семьей. Сначала приготовим бульон. Я взяла копченые ребра, мясо можете взять любое на ваш вкус. А в это время подготавливаем ингредиенты. Капусту шинкуем, картофель нарезаем кубиками. Мясо достаем и остужаем. Засыпаем в кастрюлю капусту, картошку и варим 15 минут. Мясо отделяем от кости и нарезаем небольшими кусочками. Не забывайте, что бульон получится вкуснее, если мясо будет именно на кости. Возвращаем в кастрюлю. И вот наша помощница, которая освободит кучу времени и избавит от горы посуды. Продается во всех магазинах, а главное – это натуральный состав. Добавляем заправку в кастрюлю, тщательно перемешиваем и варим в течение 5 минут. Заметьте, что солить ничего не нужно. В заправке уже содержится соль и все необходимые специи. К борщу обязательно подаем сметану и свежую зелень. А какие у вас есть секреты в приготовлении борща? Пишите в комментариях. Приятного аппетита!